Этот фильм основан на реальных событиях. Наводнение. Кто спасет наших детей? В главной роли Джо Спана. Брэд, что там такое? Джеффри бегает за Боуманом. В фильме также снимались Дэвид Лэшер, Майкл Гурьен, Эми Ван Ностранд, Норм Скэгс, Ренни О'Коннор, Блейн Вейвер и другие. Все готовы? Поехали. Положите все вещи на полки в автобусе. Брэд, как твоя майка? Оператор Барри Вилсон. Продюсер Дона Кантер. Авторы сценария Дона Кантер и Дэвид Кингхорн. Режиссер Крис Томпсон. Последний день брат Кунс хотел сказать несколько слов. Брат Кунс. Спасибо, пастор. Спасибо. Спасибо всем за дружескую поддержку. Мы отлично провели время. Благодарю всех наставников за хорошую работу. Ваши аплодисменты. Малыши оперились и подросли. Старшие ребята ощутили ответственность и повзрослели. Эту неделю можно назвать неделей дружбы. Многие здесь подружились, надеюсь, что навсегда. Вы здесь хорошо провели время. Становитесь в очередь обедать. Дома хоть поем нормально. И пойдем в магазины. Линни? Боже, он подумает, что я смотрю на него. Смотришь. Возьми сок. Ты с ума сошла? Давай, используй последний шанс. Что сказать? Спроси что-нибудь. Пригласи его. Все съесть, сестры? Да, старший. Все в порядке? Чем помочь? Мы же завтра уедем. Я отвечаю за вас. Аккуратно там. Такие старшие братья. Отец приказал ему. Так неприятно. Смотрите, Линни. Не лезь. Ты что делаешь? Привет, Брэд. Привет, Лин, как дела? Хорошо. Пойдешь в лес завтра? Да? Поговорим потом. Можно с тобой? Конечно.
Вот гадость. Она за ним бегает всю неделю, дурочка. Лесли, к телефону. Спасибо. Встретимся в конюшне. Бренда, она завтра будет дома. Знаю, я просто переживаю. Лесли, как дела, детка? Хорошо, мама. Так скучаю, а ты? Конечно. Могу забрать тебя завтра, хочешь? Что скажешь? Мама, я сама приеду. Ну, если не хочешь. Я уже взрослая. Мне 15. Не волнуйся, мама. Пока, мама. Целую. Летний лагерь. Да, я вас слушаю. Линда, подожди секунду. Лесли, позови Майка, пожалуйста. Это все? Мои бедные ноги. Давай, работай. Работай. Я играю лучше на одной ноге. Но не ходишь, к сожалению. Брэд, пойдем. Майк, тебя к телефону. Обождите меня. Девочки в порядке. У Майка все в порядке. Он настоящий лидер. Вот он идет. Мама! Как там у вас дела? Все хорошо. Замечательно. Увидимся все завтра вечером. Приготовь домашней еды. Мясо побольше. Подожди. Даю трубку папе. Как там, сестры, сын? Хорошо, сэр. Отдыхаешь? Да. Нормально. Хорошо. Дома ждет много работы перед школой. Да, сэр. Учебники и прочее сам все подготовишь. Да, сэр. Ну, хорошо. До завтра. Да, сэр. Зачем ты так строго с ним? Это ответственность. Майк самый серьезный в классе. Нельзя так, ты же его любишь. Переживет. Устал. Как ты, Скотти? Это лейкемия. Болячка и трубки, все так надоело. Выдернуть бы их. Ничего. Это химия. Отвали, отвали от меня, лысый. Где вы были? Осторожнее, осел. Кончайте это. Куришь? Да. Дай. Быстрее бы домой. Столько молитв и мало спорта. Вы, техасцы, не выделывайтесь тут. А ты, айовская дыра. Нет, тут хорошо. Мы все вместе в последний раз. Майк уедет в Остин. Серьезно? Как удалось? Стипендия. Вот даешь, повезло тебе. А на кого учишься? Медицина. Почему? Не знаю. Может, помогу Скотти. Не злись. Ты поможешь, Майк. Пора обратно. Я не получил спортивную стипендию из-за ноги. Врешь, ковбой. Ты не знаешь, лысый. Брэд, ты дорогу знаешь? Мы далеко зашли. Остынь, доктор. Все хорошо. Лучше учи анатомию. Какой здесь вид? Когда стану кинозвездой, напишу книгу об этом месте. И обо мне? Конечно. Линни, которая влюблена в красавца Брэда. Он и не смотрит на меня. Заговори хоть с ним. И не подумаю. Видишь, что происходит? Сама виновата. Я не ты. Ты такая сильная.
Какая? Ты всего добиваешься. Всегда первая. Ты знаешь, кем ты будешь. Ничего не боишься. Посмотри, олени. Такие красивые. Что их пугает? Возвращаемся. Пойдем домой. Мы почти пришли. Посмотри, вот это вид. Спасибо за классную прогулку, братец. Нам пора в лагерь. Давайте сюда, под крышу, все сюда. Как вы промокли? Тише, тише, девочки. Мы успели. Давайте, давайте. Скотт, ребята, переоденьтесь. Хорошо. Скажи Таре, скоро ужин. Хорошо. Где вы были? В лесу, сэр. Очень интересно. Понимаю. Всем переодеться, пока не замерзли. Да, сэр. Кен, музыку. Даю. Кен, потише. Пусть танцуют, нельзя все время молиться. Хорошо. Не волнуйся. Я все расскажу родителям. Давай. Ты что делаешь, Боуман? Я не пойду молиться вечером. Нет, все пойдут, и ты? А моя Библия? Я без Библии не могу. Возьми мою. Спасибо. Ничего. Твой шанс. Знаю. Подойду и сяду рядом. Давай. Да. Брэд, можно сесть? Даже не спрашивай. Осторожней. Брэд, что? Помоги мне спуститься. Не могу, у меня свидание. Прости. А как же я? Ты всегда помогал. Да ладно, ковбой. Майк поможет. Конечно. Чертов козел. Затащил сюда и бросил. Я вас тоже покидаю. Спасибо. Пойдем. Ночью нельзя. Можно. Что это? Толстяк, мой друг. Лесли, отстань. Да ты просто рёва. Поплачь ещё.
Ненавижу его. Пусть умрет. Ты же не пойдешь с ним в лес, правда? В лес? Пойду. Заткнись. Да ладно, он же из Айовы. Раз, два, три. Шесть секунд. Гремит далеко. Что ты делаешь? Я делаю маленький шторм. Что тут такое? Вечером нельзя покидать лагерь. Оба ко мне. Поговорим в офисе. Что ему будет? Наплевать. Но я ведь не чую родителям. И это плохо. Всем спать через 5 минут. Ну и дождь. Так что там было? Ничего. Мы не успели. Не там, а в офисе. Хотел выгнать, но завтра домой. Прочитал молитву и отругал. И все? Все злишься? Ты гадкий эгоист, только о себе и думаешь. Я носил тебя всю неделю. Я не просил. Я не просил. Хватит вам ссориться. Где ваши Библии? Спасибо, Господи, за все, что Ты нам дал. Спасибо за здоровье и силы. Спасибо за эту неделю в лагере. Спасибо за дружбу и любовь. Спасибо за веру и мудрость. За путь и знания. За наших новых друзей. Но больше всего за Твою любовь. И помоги нам найти правильный путь в жизни. Спаси и помоги нам всем завтра по дороге домой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Синоптики прогнозируют внезапное наводнение реки Гвадалупы. Готовится общая эвакуация. Избегайте низин. Это Вилреал. Скажи Ису, я и камера готовы. Что? Тревога, эвакуация. Сейчас? Дождь. Поднялась вода. В горах еще идет дождь. Объявлена всеобщая тревога. Хорошо. Подъем! Подъем! Готовность. 30 минут. Вставай, Джефф. Ночной поход? Наверное, сейчас дождя нет. Но какой был дождь? Собирайтесь, автобусы уже ждут. Что за спешка? Thank you.
Переезд смыло. Поедем верхней дорогой. Были там? Нет. Дольше, но безопаснее. Хорошо. Нужно быть осторожным. Поехали. Что у вас там? Вещи. Мотор не вытянет. Заткнитесь. Пиши мне. Конечно. Давай помогу, ковбой. Линни, давай сядем вместе. Ну? Отстань, Брэд. Что такое? Как хочешь, я жду тебя там. Миссис Кунс, можно в минивэн? Да, бегом. Ричард, что происходит? Дорога закрыта. Поедем по проселку. Готов снимать? Что такое? Если выпадешь, потянешь пленку за собой. У нас выпуск в 6 часов. Смотри, автобусы. Только не через реку. Объезд в случае наводнения. Свернули. Молодцы. Какая вода? Ричард, посмотри. Вроде не глубоко. Кто смелый? Ты. Внимание. Прошу внимания. Черт.
Давай же. Вода. Давай же, давай. Что там? Глубоко. Боже. Что случилось? Всем выйти из автобуса. Всем выйти из автобуса. Слушайте меня. Выходим сейчас. Держитесь ближе. Без паники. Все на берег. Держитесь за руки. Не отходите друг от друга. Давайте, выходите. Все хорошо? Все на берег. Так, хорошо, хорошо. Выходите. Мой гипс. Залезай. Нет. Давай. Стойте, не лезьте в воду. Им нужна помощь. Беги в лагерь за помощью, нужны веревки. Быстрей. На деревья! Держите за руки. Стейси! Помоги мне! Стейси! Держись за ветку. Не могу дышать. Дай Майку руку. Вот, держи, Скотти. Вот так, молодец. Я уже здесь. Молодец. Брат Кунс. Где Стейси? Стейси! Я больше не могу. Нас двое. Поспорим? Держись. Держись. Дженнифер, сюда, по ветке. Давай. Я не удержусь. Помогите. Кто-нибудь, помогите. К деревьям.
деревьям. Давайте брюки, сделаем веревку. Снимайте брюки. Все снимаем брюки. Хватайте. Погибну. Скажи маме, что мы встретимся в раю. Ты не погибнешь. Линни. Ты куда, Тоня? Успокойся, Лесли. Прошу тебя. Успокойся. Лесли, помогите! Мистер Вилреал. Мистер Вилреал. Майк, что? Что ты делаешь? Ты был без наушников. Там автобус с детьми упал в реку. Что? Майк, помоги Скотту. Он совсем плох. Да, сэр. Он первый, кого нужно спасать. Вы куда? Поплыву вниз, посмотрю там. Как? Не знаю. Брат Кунс, вы там погибнете. Ты как, Скотт? Нас спасут? Конечно, держись. Хочу спросить тебя, Майк. Я слушаю. Если я утону, что ты скажешь моим? Дурацкий вопрос. Скажи, что я о них думал. Кончай. Скажи, хорошо? Ты переживешь нас всех, как таракан в ядерную войну. Понял? Таракан Скотти. Ты выживешь. Хорошо. He gave his life on Calvary to save a wretch like me. And then I said, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came to me. Смотри, Скотт, помощь! Do you think I see it? Видишь? Они спасут нас? Конечно. Обязательно спасут. Вертолет 7 News на подходе.
Понял вас. Курс 120. Майк, ты первый. Нет, ты. Ты первый, Скотт. Держись! Садись на колени! Держусь! Пациент на борту. Иду на северный берег. Молодцы. Там мои друзья. Мы их спасем, не волнуйся. Спускаюсь за ними. Иду на север. Твоя высота. Давай. Он у нас. Одеяло. Давайте одеяло. Сколько вас там? Целый автобус. Человек 40. Сколько? 40. Линда? Звонила Бренда. Ваши дети в лагере? А что? Там авария с автобусом. Езжайте туда быстрее. Авария? Какая? Я не знаю. Тоня и Стейси Смит, 13. Блондинка. Тони Смит. Блондинка. Не видела. А Стейси, 16. Где они? Не видела. На другом берегу тоже спасают. Посмотрите там. Я должен. Я отвечаю за них. Ты ничем не поможешь. Жди их в больнице. Они на пути в больницу. Тебя найдут. Джерри? Ничего не известно. Дети, как там дети? Ничего не известно. Автобус смыло. Дети в реке. Я не знаю. Внезапное страшное наводнение. Дети спасаются в прибрежных деревьях. Там. Кен Паркс и Джуди Халлин. Автобусы были из летнего лагеря. Какая вода? Ужас. Это моя Лесли? Нет, успокойся. 13 детей пропало. Вот список спасенных. Помоги мне, Боже. Майкл жив. Ты видел?
Помоги, Лесли. Девочки. Тоня, Джерри, они погибли. Перестань. Все будет хорошо. Они обе спасутся. Понимаешь, спасутся. Я должна быть там, с моими детьми. Понимаешь? Странные ветки, Джефф. Точно. Я устал, но я схвачу их сейчас. Не борись с водой. Не борись. Просто ныряй и плыви. Я помогу тебе, я с тобой. Не борись с водой. Я... Там дети в реке. Давай сюда спутник. Рэй Мастерман, пожарный. Майк Рикс, ты спасал раньше? Да, много. В Вьетнаме. Поможешь нам спасать? Конечно. Молодец. Нужен трос. Линни. Я больше не могу. Я умру. Прекрати истерику. И держись. А что, если я просто поплыву? Нет, нас спасут. Я тебе обещаю. Нас спасут. До Сан-Антонио, потом на машине. Когда следующий рейс? Последний отправился 5 минут тому назад. Следующий — 4 часа. Я не могу ждать. Ну как? 4. Больше ничего не летит. А ты что-нибудь узнал? А чартеры? Четверо? За 1000. За 1000 полечу. Послушайте. Но у нас только 600. Полет стоит ровно штуку. Сэр, там наши дети. Больше денег нет. За 600 двое. Какие деньги? Там наши дети. Вы что, не понимаете? Полетите вы. А ты? Все вместе. Полетим все вместе. Я позвоню в церковь. Может, есть новости. Простите. Я отвезу вас туда. У нас всего $600. Я понимаю. За половину, хорошо? Спасибо. Спаси вас, Бог. Спасибо. Это дети. Собирайтесь, я пока заправлюсь. Да, он здесь.
Джерри Смит. Нашли Тоню. Нет. Ты куда? Искать их. Искать их. Я найду их. Линда, она запуталась в проводах. Да, мой ребенок мертв. Что я теперь буду делать? Страшная вода. Глубокая. И быстрая. Смотрите, там. Девочка. Она в беде. Ты очень низко спустился. А ты думал? Бросаю трос. Вот так. Хватайся. Она не достает. Нужно попробовать еще раз. Майк, спустись ниже. Держись, детка. Не получилось. Что там? Он на дереве. Он продержится. Давай к девочке. Вот она. Все будет нормально. Давай, детка, давай. Давай. Осторожно, Майк. Давай, еще немножко. Молодец. Осторожно, Майк. Осторожно. Осторожно, Майк. Нет. Сорвалась.
Черт. Не смогла. Я ищу Стейси Смит. Стейси Смит. Я ищу Стейси Смит. Не видел. Вот он. Я его вижу. Горючее кончается. Ты в порядке? Хватайся. Он с мальчишкой. Надо садиться. Не сейчас, вода прибывает. Тогда скорее. Хватай! Нога сюда! На колени! За шею! Просто держись крепко! Готов? Они готовы. Тут есть все. Кровати, одеяло, еда. Люди помогают, кто чем может. Спасибо большое. Майкл. Боже. Что произошло? Скажи нам. Черт возьми, что произошло? Скажи нам. Джерри. Нет. Как ты мог? Он наш единственный сын. Ты не виноват, Майк. Не виноват. Успокойся, Майк. Я клянусь. Я не мог.
Он не хотел тебя обидеть. Мы любим тебя, Майк. Очень любим. Я не видел ее сначала. Думал, Стейси в порядке. Лучше бы я вместо Тони. Лучше бы я. Майк. Я не виноват. Я не мог. Я знаю. Не трогай меня. Оставь его. Я просто не могу простить. Простить себя. Я знаю. Нам известно, что двое детей погибло и 8 пропало. Просто захватывает дух. Давайте посмотрим, что происходит. Вы тот самый водитель? Да. Зачем вы поехали вброд? Я ехал, как все, в колонне. Кто виновен в произошедшем? Я сделал все возможное. Они все могли погибнуть там. Там было глубоко? Я не был в реке. Дайте мне пройти. Ленни! Мама! Поднимайся! Я не могу! Давай! Поднимайся! Давай же! Давай! Я не смогу! Я удержу тебя! Пожалуйста, давай! Пожалуйста! Не бойся, я держу! Помоги мне! Пожалуйста! Давай, Лини! Давай еще выше! Давай! Брат Кунц, пастор, вы живы? Где Лаванда? Боюсь, она погибла. Нет. Это невозможно. Ее поднимали, но она сорвалась с троса. Она не смогла. Выпей горячего. Зачем, Боже? Я так старался. Бедные дети и Лаванда. Как я теперь без нее? Как я буду жить? У меня нет ответа, брат. У тебя есть дочь, и ты нужен ей. Выпей супу. Это тяжело, но вы поможете нам, если опознаете. Это нужно.
Это не Лаванда. У нее шрам на колене. Это Мелани. Мелани Финли. Лаванда? Лаванда? Любимая. Я думал, что потерял тебя. Если бы я остановился раньше. Если бы я остановился. Слушай меня. Все твои «если бы» не проходят. Если бы дети не покинули автобус, мы бы все остались там и погибли. Ты нас спас. Я горжусь тобой. Я очень люблю тебя. Лесли и Тоня. Они мертвы. Неизвестно. Они ушли под воду. Они вынырнули. Лесли кричала, как безумная. Ее спасли. Она уже пьет горячий кофе. У нее теплое одеяло. Лини? Лини, если дерево упадет, хватайся за меня. Мы здесь! Они нас не видят! Видят! Держись! Вот они! Видят! Давай, малышка. Давай. Осторожно, осторожно. Вот так, держись за меня. Держись. Поднимай нас. Поднимай.
Моя сестра Тара Чатман. Она в критическом состоянии. А точнее, работы продолжаются, но только утром мы сможем узнать точное количество жертв. Как Лини? Лучше. Я пойду туда голым. Никуда ты не пойдешь. Пустите меня. Ты ничем ей не поможешь. Лини, Дженни, как ты? Кто видел Лесли? Вы знаете, кто это? Это мой спаситель. Как ты? Переломы, ушибы. Если бы не ты, я бы умерла там. Ты спас меня. Ладно тебе. Ты держалась молодцом. А что, Брэд? Еще не нашли. Пора бы найти. Нет, он всегда последний. Я желала ему смерти. Прости меня. Лини. Мама. Боже, девочка. Стой, вот они. Господи. Мама, мне было страшно. Как ты, парень? Папа, Клинт помог мне. Но он мертв. И не нашли Брэда. Если бы я... Дженнифер. Как Майк? Плохо. Я даже не знаю, как нам справиться с этим. Я так рада за вас и детей. Мы молимся за вас и детей. И ждем здесь. Спасибо. Бренда. Тоня просила сказать. Ее последние слова, что она любит вас и ждет на небесах. Спасибо, девочка. Спасибо. Мама, поедем домой.
Простите. Вы ждете новостей? Там ваши дети? Да. Я живу напротив. Сьюзан Дюран. Если вам что-нибудь нужно, идите в мой дом. Там есть все. Еда, душ, постель, телефон. В любое время. Приходите. Вы так добры. Спасибо. Все нам помогают. Я сама потеряла дочь. Не отказывайтесь от помощи. Я молюсь за вас. Это журналисты. Я на всю свою жизнь запомню звук вертолета. Бренда, мне так жаль. Ты? Как? Мои дети? Как ты мог? Только не по воде. Это опасно. Не буду. Я не могу оставаться в школе. Позовите, если нужна помощь. Они нашли мальчика. Как ты? Это сумка Лесли. Она там, моя дочь. Мы сделаем для вас все, что можно. Спасибо. Спасибо вам всем. Отвезите нас. Боже, прости и помоги нам. Помоги родителям. Прошу тебя, Боже. Майкл. С тобой все хорошо? Да. Если серьезно молить Бога, Он спасет Стейси. Я верю. Ты прав.
Давай вместе. Как ты? Бедные дети. Я так испугался там, внизу. Ты даже не снимал. Впервые в жизни. Да. Такие кадры. Тебе помогли? Дэйв. Как дела? Спина болит, сломал ребро. Спасибо за помощь там, в воде. Я рад помочь. Что с той девочкой? Мы ее потеряли? Руи, эта девочка утонула. Черт. Я был так близко. Так близко. Прямо возле нее. Она была слаба. Но мы спасли двоих сегодня. Я хотел троих. Я тоже. Я пойду вниз по реке. Может, там еще есть дети. Увидимся, Дэйв. Осторожно там. Ты тоже. Рэй? Мы сделали все, что могли. Как время летит. Вот так с детьми. Всегда чего-то ждешь. Носишь их в себе. Ждешь родов. Потом первого слова. Первого шага. Все ждешь. И ждешь. Я хочу вспомнить все. Девочек, как они спят. Как играют. Соня еще малышка. Лишь бы не страдала. Бог не может забрать обеих. Оставь нам Стейси. Оставь Тоню. Наша девочка не погибнет. Нет. Ее найдут. Я верю. Что? Лесли, я вспомнил, как она хотела поехать в этот лагерь. Все делала по дому. Подрабатывала. Мыла машины. Я люблю тебя, Лесли. Я должна была ее забрать. Я не забрала ее. Дети должны взрослеть. Нельзя все время держать их за руку. Она еще ребенок. Если бы я ее забрала... Надежда, Бренда. Она, наверное, с Брэдом. А он сильный. На дереве они удержатся. Он поможет ей. Наверняка. Слишком поздно. Темно и холодно. Еще одно тело. Алфи,
Мне нужен воздух. Лесли и Стейси погибли. А Брэд? Год спустя. Так странно. Здесь все было по-другому. Как? Так мирно сегодня. Не верится. Пойдем найдем то дерево. Давай. Пойдем. Бренда. Где Майк? Майк не приехал. У него зачеты. Как у него с отцом? Не очень. Мужчины держат все в себе. Это тяжелый год. Очень тяжелый год. Мистер Кунс? Да. Вы тогда сделали все возможное. Спасибо, Скотт. Я не верю, что мы смогли. Ты такой храбрый. Я помню. Я так боялся, а ты так ревела. Но я верю. Они будут в нашей памяти всегда. Я тоже верю. Я сейчас. Необычные ветки. Брэд, я скучаю. Сегодня годовщина трагедии. Мы поминаем детей и друзей, которых потеряли здесь. Мы все связаны с этой рекой. Спокойный сегодня, но смертельный год назад. Бог испытал нас тогда. Испытал нашу веру в Него. Мама,
и некому нас судить в наших делах, кроме Господа. Они нашли свое Царство Небесное. Майкл. Папа, как ты? Нормально. Я скучаю. И люблю тебя. Я тоже, папа. Они были героями. Они рисковали, чтобы спасти нас. Люди долга и совести. Спасибо вам. Без вас мы бы погибли. А дети... Я видел такое, что невозможно забыть. Наши дети спасали друзей и умирали сами. Самое важное в жизни — дружба. И нет выше любви, чем любовь к ближнему. Фильм посвящается спасателям, всем выжившим и 10 погибшим в том наводнении.